Добрый день! В этом видео хочу показать, как можно приготовить сэндвич без глютена и сладкой картошки, или батат, ее еще так называют. Для рецепта нам понадобится 1 картофель батат среднего размера, 1/4 стакана кокосовой муки, соль и перец по вкусу, 2 яйца, 1/4 чайной ложки мускатного ореха. Для наполнения я возьму авокадо, помидор и базилик. Итак, сначала приготовим основу сэндвича. Очищаем батат и натираем на терке. Добавляем яйца, мускатный орех, соль и перец по вкусу. Не забываем про муку кокосовую. Ее, кстати, также можно заменить на миндальную муку. Далее перемешиваем все до получения однородной массы. Формируем из получившейся массы плоские лепешки и выкладываем их на пергаментную бумагу. Теперь отправляем их в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут до готовности. Пока готовится основа для сэндвича, займемся приготовлением наполнения. В авокадо делаем надрезы по вертикали и помогаем ложкой достать мякоть. А помидоры нарезаем кружочками. Итак, основа сэндвича готова. Посмотрите, какие у нас получились красивые румяные лепешки. Выкладываем их на тарелку и кладем сверху наполнение – базилик, помидоры и авокадо. Закрываем наш сэндвич второй половинкой. И вот такие полезные, наивкуснейшие сэндвичи без глютена из картошки батат готовы. На самом деле здесь вы уже можете использовать любое наполнение, какое вам нравится. Не терпится уже попробовать. Желаю вам приятного аппетита и здоровья!